Копалапа. Копалапа – человек с черепом, родился в семье низкой касты в Раджапутре. У него было 5 сыновей. Когда его жена умерла, он отнес тело на кладбище и оставался там, плача. Ему пришли сообщить, что все 5 его сыновей также умерли. Он принес останки на то же место и уже не уходил оттуда. Йогин Кришначария подошел к нему и спросил, что случилось. «Я потерял жену и детей, йогин», — отвечал Копалапа, — «и боль разрывает мне сердце. Я здесь потому, что не могу забыть эти тела». «Так происходит со всеми, не только с тобой», — ответил йогин. «Но в отчаянии нет никакой пользы. Тебя действительно ужасает все в сансаре, и жизнь, и смерть?» «Я, конечно, я боюсь и жизни, и смерти», — ответил Копалапа, — «и готов уйти куда угодно». Йогин дал ему посвящение в мандалу Хиваджры и наставление по стадиям развития и завершения, и оставил практиковать. Копалапа сделал 6 шнуров подвесок из костей своих сыновей. Потом он распилил череп жены и сделал чашу. В стадии развития он медитировал на саму чашу, а в стадии завершения – на пустоту внутри нее. За 9 лет он осуществил их полное объединение и обрел ситхи. Он так говорил своим ученикам: «Я – йогин с чашей из черепа. Природа существования исчерпывающе показана. И я действую согласно своей внутренней энергии». Танцуя в небе, он заставлял поверить в себя самых несговорчивых. Став известен как гуру Копалапа, он описал свои опыты и в течение 500 лет работал на благо живых существ. С 600 последователями он ушел в ясный свет.